Диас Еренгаипов, выигравший чемпионский пояс в лиге ММА «Найза», был почетно принят акимом города Аяном Бисекиным. По словам спортсмена, к турниру он готовился на протяжении почти 3 лет. Спасибо за то, что пригласили нас, выделили время. Этот пояс для нашего города, для нашей области, это первый чемпионский пояс этой лиги. Как вы отметили, «Найза» — это на сегодняшний день самая ведущая, одна из самых ведущих лиг не только Казахстана, Средней Азии. Поэтому она только набирает еще обороты и закрепится в чемпионстве. Мне было для нашего города вообще это было очень важно, потому что вообще севера там нету чемпионов. У нас всего в лиге, там, по-моему, 3 казахстанца только держат чемпионский пояс, а все остальные иностранцы держат. Соперником Диаса стал узбекский боец Лазисхон Узбеков. Бой завершился досрочной победой Еренгаипова в 4-м раунде. Наша победа, она была очень яркой, и раз в 3 раунда пересматриваем. В целом, мне очень сильно импонирует борьба, потому что я в детстве сам занимался вольной борьбой. И навыки борьбы и грэпплинга, ну, очень на очень высоком уровне. У вас и удар хороший, и борьба хорошая, поэтому я уверен, что все самые главные важные победы в нашей жизни еще впереди. В одном, наверное, тяжело такие результаты достигать, да? Всегда должны быть соратники, поддержка верная, которая опорой, да, за вашей спиной стоит. Ну, Субек Дархан Анатович, один из всех людей, которые является идейным вдохновителем, да, и физической поддержкой, которая, да, вопросов вам подготовки к бою. Поэтому, дорогие соседи, Дархан Субеков является основателем школы боевых искусств Еренгаипов ТИМ. Организация работает уже 5 лет, и на сегодняшний день там тренируются около 180 юных спортсменов. На том турнире, на последнем, «Найза», сколько было наших болельщиков, когда тут ни у кого не было, наверное, как Кипасузы, там 1500 километров приехали, это дает большую мотивацию, на самом деле, бойцу. Выводили наши ученики, которые проспекты, которые будущие чемпионы, занимают призовые места в области, в целом в области где-то командное, куда-то мы едем, ну, Кипас всегда, командное большинство забирает наши ученики. И Диас, и мало кто может совмещать тренерскую деятельность и профессиональную деятельность бойца. Это большой труд на самом деле. Говорят же, вот медаль — это не просто железка, это пот, труд. Я говорю, и такие, то есть, и родители приходят, когда мотивируют нас, просто благодарность родителей, которые приходят и говорят: спасибо, вот мой сын вот такой до такого-то периода был, сейчас он подрастает, он меняется, переходной возраст. И немного всяких течений. Я говорю, у нас родители очень дружные. Аян Бисекин торжественно вручил чемпиону Диасу Еренгаипову почетную грамоту и сертификат на 1 миллион тенге. Еренгаипов Диас Хайбердиоглу, джиу-джитсу бойынша әлем чемпионы, Найза лигасының чемпионы. Екібастұз қаласы әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Субеков Дархан Қанатович, Еренгаипов тайм жекпе-жек мектебінің негізін қалаушысы. От имени команды школы боевых искусств Дархан Субеков вручил градоначальнику памятный подарок.